20 января поднимаются цены на минт новых NFT в гуверс. Если вы смотрите после 20 февраля, то значит они уже поднялись и теперь вас должна интересовать, а есть ли смысл заходить, какая окупаемость сейчас. И я сделал расчеты новой окупаемости, исходя из новых цен. Если вы смотрите до 20, то вам как раз наоборот будет интересно, есть ли смысл зайти сюда пораньше, успеть до этого поднятия цен. Видео, о котором я говорю, когда я его уже снимал, оно находится в плейлисте с и Гуверс. Вот оно, разбор рангов и окупаемости NFT. То есть сюда можно посмотреть, но здесь в новом я не буду прям настолько детально его все разжевывать. Я предполагаю, что вы в курсе, но тем не менее я покажу, что меняется. В целом те расчеты, которые я делал когда-то, они абсолютно актуальные. Есть у нас фришный стартер Common and Common Unusual и rary. Rare. И вот это мы сейчас посмотрим, что же у нас меняется. Значит, на фриш нам не меняется вообще ничего. Ну, понятно, что тут может меняться. Единственное, опять же, я вот то, что было записано в прошлом видео, я еще раз должен прокомментировать именно за жизнь. Потому что люди, когда заходят новички, я рассказывал о том, что, смотрите, можно вот накопить, потом пополнить ему жизнь. И вот это многих очень сбивало. Сбивало то, что количество жизней реально влияет на то, сколько вы зарабатываете. То есть в идеале держать всегда 100 жизней. Когда у вас 100 жизней, вы получаете все по максимуму. То есть все, что заработали. Если у вас 90 жизней, то вы получите 90% возможных наград. 80% в жизни, 80% положенных наград и так далее. Поэтому первое время, когда вы берете какую-то NFT, у вас бесплатный, либо вы просто покупаете, сразу у вас есть льготный период в одну неделю, когда вы получаете разлоки каждый день 50%. Они нужны просто, чтобы у вас набралась нормальная масса когда пройдет этот льготный период в неделю, дальше у вас будут разлоки согласно вашему NFT согласно его ранга, то есть, например, на фришном 6%, и вот я показываю, поскольку у вас разлоки. То есть, в течение 9 дней вы выйдете полностью на то, что у вас уже достаточно разлоков, чтобы спокойно там все это дело оплачивать. Но своих нести реально не надо, достаточно только оплатить комиссию в BNB. Вот этот момент с разлоками, он много кого реально сбивает с толку. Потому что, когда вы проходите задание, вам пишут, что вот такой-то там разлог. И вы такие, а, это мало. Как это все будет работать? Вам пишут разлог, исходя из той суммы, которую вы заработали за прошлый день. А те разлоки, которые дальше продолжают происходить с залочных в разлочные, они просто нигде не фиксируются и вы их не видите. Но фактически у вас каждым днем эти разлоки все больше и больше. Они всегда равны 6%, но просто за один день получили 6%, за следующий день еще 6%, потом еще 6%. Итого получается первый день, ну образно, если брать одну сумму, разлог 6%, потом 12%, потом 18%, потом 24%. И так далее. Хотя на самом деле он сюда 6, просто идет такой хвост, который догоняет шлейф. Вот шлейф догнал, и все, и вы начинаете зарабатывать. Ладно, я увлекся. Давайте посмотрим, что у нас все-таки с окупаемостью. Я совсем забыл сказать, что вы подписались на канал и поставили лайк под этим видео. Потому что ну, без этого никак, никак, это не серьезно. Потому что не подпишитесь, пропустите следующее видео и будете задавать кучу вопросов, на которые я уже давно в одном из видео ответил. Если вам интересно посмотреть, как я за два года сделаю 100 тысяч долларов на криптовалюте. Подписывайтесь на меня также и в Телеграме. Здесь я показываю, что я делаю, что у меня получается, что не получается. Ну, реально интересно. Так что подписывайтесь и давайте возвращаемся к нашей окупаемости. Итак, смотрите, начиная со стартера, уже есть эта фишка окупаемость. То есть, уже. Если фришка там окупать, в принципе, нечего, то на стартере она уже есть. Еще раз скажу: за фришку, значит, ну, я все-таки должен это проговорить. Сейчас, в отличие от прошлых расчетов, в общий доход я уже вычел тот один процент, который мы тратим на благотворительность. Эта цифра небольшая, я прошлый раз ее учитывать не стал, ну ладно, сейчас посчитал. То есть видите, вот формуле умножить на 0,99, то есть я вычитаю один процент. Но фактически, фактически эта цифра вот везде, видите, 0,99. И на рарке она ни на что не повлияла. То есть это 1%, но ну, там просто ну, на общем фоне это такие копеечные цифры, что серьезно как-то на расчеты они не могли повлиять. Только там где-то, когда идет какое-то округление, будет там отбиваться... Ну, к примеру, сколько там, не 31 день, а 32 дня, и то исключительно из-за округления. То есть, фактически, они ни на что не повлияли. А вот на фришке комиссия BNB много не стоит, но тем не менее на фришном она очень заметна. Поэтому здесь вот, ну, просто реально тяжело зарабатывать. Итак, я уже успокоился, все проговорил. Окупаемость на стартере, если было взято NFT за 57 долларов. Цены, кстати, со скидками. И одни и другие я пишу, если вы регистрируетесь по моей реферальной ссылке, либо вводите мой реферальный код. Все это есть в описании. Вы получаете эти самые 5% скидки. Итак, взяв стартер за 57 долларов, он окупается 53 дня. Если вы смотрите после 20 и берете стартер за 85,5 бакса, то отбивается 79 дней. То есть как бы немного дольше. Поэтому, ну, если не успели раньше, ну, тут уж сами думаете, выгодно вам это или невыгодно. На месячный доход это вообще никак не влияет. Это влияет исключительно на срок окупаемости и больше ни на что. Камон. Была окупаемость 41 день, стала окупаемость 61 день. Опять же, я это все еще считаю из расчета 100 энергии. Если просто в прошлый раз я считал его 85 энергии, и 100 энергии, то сейчас мы с вами уже, по-моему, все научились делать 100. Я уже поснимал видео, как игру проходить на все 100. Ну, то есть на 15 из 15. То есть, в принципе, мы сейчас соточку уже с вами, я думаю, все спокойно делаем в большинстве случаев. Итак, кому окупаемость была 41 день, стала 61 день. Камон окупаемость была 37 дней, стало 55 дней. Unusual окупалась за 34 дня, а теперь окупается за 51 день. Ира окупалась за 32 дня, а теперь окупается за 49 дней. И даже с этими показателями это довольно вкусная окупаемость, потому что в обычных проектах окупаемость в районе от полгода до 10 месяцев, но ну, это объективно. Поэтому здесь как бы все очень вкусно даже и сейчас. Теперь для тех, кого интересует, а зачем они это вообще сделали? Что это за фигня? Зачем это? Все дело в том, что все это начало очень быстро расти. Сильно большой рост ⁇ это плохо. Почему сильно большой рост ⁇ это плохо? Ну вот потому что вот начинается, это все растет, люди все больше и больше заносят денег, да, и вот такой уже здоровый такой пузырь прям серьезный, то есть он был поменьше, потом стал побольше. При этом у нас есть определенная цена токена, она постоянно прыгает, но в целом она там плюс-минус находится на одном уровне. Когда много людей покупает вот эти вот NFT, ну вот это Камон, это еще что-то, там Рарка, например, и таким образом их деньги, наверняка, я уверен, что так делается, они добавляются в ликвидность этого самого токена iGAP, вот это вот он iGAP. Ну, я, я что-то думаю, что они так делают, такая вот небольшая манипуляция. Когда людей становится сильно много, кто-то качает, а кто-то хочет свои деньги менять на какие-то стейблкоины. И поэтому начинается идти отсюда отток. Когда это все постепенно появляется, медленно начинают приходить новые пользователи, это все органично растет, очень мягко, плавненько и, и все, собственно, классно. И тогда идет абсолютно нормальный органический рост. Когда все галопирует с таким темпом, это не сильно хорошо, потому что некоторые люди будут все-таки выводить отсюда ликвидность, что вполне логично, почему этого не делать, нельзя все держать в одной монете, мы заработали, нам до зафиксироваться, это же абсолютно логично. И при этом еще нет листинга на каких-то крупных биржах. Да, листинг был на MEX, но этого недостаточно. Нас интересует в идеале Binance. Почему Binance? Потому что Смотрите, я вам нарисовал схему это схема для нас, тех, кто играет в эту игру. Есть люди, которые не будут играть в нее вообще. Ну просто им это не интересно. Но они являются инвесторами. Представляем, что монета громко листится на Binance. Он очень громко листится, потому что может листинг пройти так тихонечко-тихонечко, там ну залистили-то и все. А они с этого могут сделать реальное шоу там. Мы это сделали. Смотрите, там реально раскрутите, и Вот на Binance появляется это монетка. Вот. Binance. Классно, да, я пишу. И что происходит? Благодаря этому много взоров инвесторов обращается на этот самый Айгап. И они для того, чтобы заработать, начинают ее покупать покупать. Ну или можно вот сюда да, нарисовать. Это в принципе одно и то же. Просто по факту я нарисовал пузырь, я это называю так. Это график его надувания и сдувания. Но ну, объективно это оно и есть. И при этом варианте люди, когда смотрят, что есть вероятность у этого токена выстрелить, то есть внешние инвесторы, просто инвесторы, которые не играются на, в эту игру, в надежде, что их вложения вырастут, они начинают его скупать, чем самым толкают цену вверх, понимаете? И тогда нам, игрокам, это становится выгодно, и цена токена растет. Пока этого ничего не происходит и мы получаем сверхдоходность. Ну, в принципе, новые проекты практически всегда дают сверхдоходность. Это все надо как-то удерживать. Краник надо немного прикручивать, иначе стоимость токена IGAP пойдет не вверх, а пойдет вниз. Это не будет скамом, но нам будет не так приятно, потому что скорость окупаемости будет уже совсем другой. Поэтому то действие, которое они делают, я его поддерживаю на все 100, это максимально грамотное решение. И думается мне, что нас впереди ждет еще не одно поднятие такой цены. Дело в том, что сам токен криптовалюта, она децентрализованная, а приложение централизованное. И разработчики могут делать в нем, в принципе, все, что захотят, если это рационально. Если вам понравились мои рассуждения, ставьте лайки, пишите комментарии, подпишитесь на канал, если еще не подписаны. И увидимся в следующем подобном видео. Всем добра, всем профита. Слава Украине!